Друзья, приветствую всех любителей игры Fishing Clash. С вами, как всегда, Веталь, и вы на канале клана Днепряне. Ну что ж, закончился ивент. Получаем награды. Первое место в клановых войнах. Неплохие плюшки. Неплохо подсыпали усилителей. Золотишко. И еще и две легендарные рыбы. Отлично. Тут уже на кой. Скоро можно будет на пятый уровень качать. Так, ну а сегодня у нас, друзья, старый добрый ивент. Что-то они уже не первый раз его пихают постоянно. Даже, я сказал бы, наверное, и не второй, даже, наверное, и не третий. Это гроза акул на локации Фернандо. Ну, то есть, минимум уже раза 2-3, я точно помню, ивент этот был. Повторяют они что-то. Ивенты непонятно для чего. Тут у людей же понапрокачано, понятно, нормально, именно эти виды рыб, потому что они повторяются. Ну да ладно, что у нас сегодня? Карибская акула, нянька и лимонная акула. Так, ну надо серию из трех поединков. Так, рифовую акулу, так, 12 звезд. Ну, в принципе, цели такие, я сказал бы, терпимые. Так, вызов, 3 первых места надо и большой турнир. Все ясно. Значит, сразу начну, наверное, попробовать с большого турнира. Посмотрим, что получится. О, даже 5 жизней дают. Ничего себе. Ну, сейчас посмотрим. Может, пока... А, одна рыба всего. Угу, я понял. 16700. 15900. Так, ну 16400. Я думаю, больше пока... пробовать не буду. Ну да, он вообще на 12 тысяч потянул. Пускай, наверное, пока так будет. Ну, 12-100, это, конечно, что-то вообще не, что-то вообще мелко-мелко он вытянул. Сейчас поглядим. шестьсот, ну да, немножко даже что-то там улучшил свой результат. Так, первая коробочка. Ну, не знаю, сейчас, наверное, тогда пойду. Пока ничего, вроде неплохо идет. Пойду большой турнир делать. Так. Ну, поехали, значит, дальше. До начала вызова еще 9 минут. И, как всегда, я рано начинаю записывать видео. Всегда хочу подождать, пока пройдет все время, чтобы начался вызов. Так, ну и тут акулу-няньку надо в районе 11 тысяч искать. Насколько я помню. Вот, 11200. Угу. Посмотрим. Ну, сонар слабенький здесь. 10997. Ну, еще молда. Это, кстати, даже рекордно я еще не ловил. Максимальный уровень я только сегодня сделал. Няньки. Так, есть второй уровень. Вторая коробочка прилетела. Поехали дальше. Так, акула-нянька. Угу. Так. 10600, 10800. Ага, 10500 тоже вытянул, вижу. Красавца. Так. 10500. 10700, но это мало. 10600, ладно, вытаскивать уже что-нибудь. И надеяться, что он не перекидает. Ну, это слабенький совсем хвост.
Совсем-совсем слабенький. Вроде повезло мне. Не успел просто переловить. Каким-то чудом повезло. Поехали дальше. Одни значки, одни випы. Так, лонянька. Ну, тут не меньше 16 тысяч надо искать. А, лимонная акула. 16 500. Ого, 16 500. Нормально. Попался серьезный соперник. Да, у меня там 16 700, по-моему, рекорд. Ладно, не буду тратить на него. Там 16 600 уже пошел. Ферхат притормозил меня, я смотрю. Кстати, что там по жетонам? Забыл посмотреть, надо зайти, это дело все в магазине обновить, жетоны все скупить, и там что получится, по дереву еще поподкачивать, что там не хватает. Так, есть такое дело. Вызов турбобезумия. Место в рейтинге 347. Ну, тут я не рыбачил, можно сказать. Что-то мне в последнее время такие ивенты суровые какие-то впихают. На первых локациях, которые у всех, понятно, они заторможенные. Так, ну, все равно что-то какие-то плюшки прилетели, и то хорошо. По самому дерево тут у меня получается. Ага, акула нянька у меня не прокачанная, и рифовая акула тоже слабенькая. Ну, тут получается можно два раза няньку сделать, ну, и все, в принципе, больше пока ничего не сделаешь. Ну, поехали дальше. Попробую прорваться еще в большом турнире вперед. Лучшее место в рейтинге рыб. Понятно. Суровые соперники реально попадаются. Пятнадцать триста, шестнадцать четыреста. Ну и он на 16 200 вытянул. Вот так вот. Интересно. И крупнее не видать. Хм. Хотя 16-20 это еще не предел. Ну, не такой крупный хвост. Второй раз получается я победил. Даже с такой слабенькой двенашкой. Интересно как-то получается. Что там вызов? Так, ага, гроза куб прилетает. Бронзовая награда, только первая. Вызов через 3 минуты. Ну ладно, попробую еще закрыть. Одну коробку попробую. Так, опять лимонная акула попалась. Так, 14, 16, 100. 16 тысяч. Угу. 16 200, ладно, хоть какого-нибудь уже достать. 16 100. Удачи совсем нету, не осталось, к сожалению. Так, ну 16 400, может, ага, немножко даже переулучшить на всякий случай.
Ага, ну да, он там тоже на 16099 подтянул результат. Ну хорошо, что мне подтвердило. Так, дальше у нас что? 2 минуты до начала вызова. Ладно, попробую еще один раунд пройти. Здесь у нас рифовая акула 18100. 98 лучший результат, это 13 звезд. Ага. Так, 17500. Триста, это у нас, наверное, двенашечка. Ну да. Ну, 17300, это, наверное, не маленький, я так понимаю, хвост. Ладно, попробую так. Пускай будет, сана не осталось. Буду надеяться, не перекинет Мика. Хотя и ищет, видно, сонаром. Ну, буду надеяться, не перекидает. Не найдет покрупнее. Да, повезло мне здесь. Есть следующая коробочка. 100 удач прилетело. Отлично. В следующие сонары будут. Есть серебряная награда. Гроза акул. Всякой всячины по чуть-чуть падает. Маленький пакет удочек. Все как всегда. Очень награды никудышние. Так, прилетает сразу же золотая награда и пакет приманок на выбор. Ну, их выбирать не буду здесь. Выбирать нечего особо. Так, платиновая награда прилетает. Кстати, нет, приманки, наверное, повыбирать. Там, где будет попадаться, да, вот акула-нянька, можно будет приманки продавать. Так как уровень приманки максимальный. Поэтому и здесь, наверное, я... Если будет попадаться акула-нянька, то... Буду выбирать нянку. Есть такое дело. Так, 10 секунд до начала вызова. Сейчас посмотрим как раз, что там. Ага, колесо фортуны есть. Забыл я про него. Угу, 100 часиков. Ну, спасибо. А здесь даже, в принципе, путевого в этом колесе ничего нету. И жемчуга нету, ничего нету. Так, начался вызов, и он у нас на акулу няньку. Здесь дают. Ну, в принципе, и золото дают, и... В общем, всех по чуть-чуть дают, получается, видов усилителей. Интересно. Ну, поехали дальше. Так, лимонная акула. 16700. Лучший результат. Ну да, не меньше 16 тысяч надо вытаскивать. Вот, 16700, кстати, и попался хвост. 16634, неплохо. Неплохо. Ну, думаю, в принципе, хвост неплохой. Должен даже, в принципе, прокатить. Ну, сейчас посмотрим. А, 16500, он там свирепствует тоже, в принципе, неплохо. Почти перекинул. Да, неплохого хвоста поймал, согласен. Хватило мне очков удержаться на победу. Так, дальше у нас что тут идет? Дальше приманки. Так, а вот смотрю, там золотых наград куча у чувачка. Так, 18 тысяч, это тринашка. Мишаня попался мне. Суровый парень по-любому. Так, 16100. 15100. 10, 13. Что-то это вообще мелочь какая-то. Нет, даже 17 тысяч не видно. 10 тысяч, 16. Что тут? Непонятно вообще происходит. Ага, ну вот на 17 вроде что-то там появилось. 17 700. Успел выдернуть. Прям с подносом, можно сказать, у него ту победу.
Так, аквалангянка. Что тут еще? Маленький пакет удочек, понятно. Поехали дальше. Главное, чтобы коте попался. Кстати, сильный соперник. Постоянно где-то в рейтинге, в топ-10 мелькает. Топ-10, топ-20 где-то там. Так, 16, ну это мелочь. 16 тысяч это вообще ни о чем для такого соперника. Вот, на 16 900 уже, наверное, что-то поинтереснее. 16 900. Даже двенашка, кстати, друзья. Даже еще 12 звезд. Ну, я что-то думал, что это уже тренажка должна быть. 17 тысяч, наверное, тренажка начинается. Жалко, чуть-чуть не докрутил. Не хватило немного либо очей ему, либо килограммов этой акуле. Так, ну и последняя коробка осталась. Поехали. Буду надеяться, адекватный соперник попадется. В принципе, 4 жизни еще осталось. До последней коробки я дошел, потерял только одну жизнь. Это, конечно, хорошо. Так, легендарка попадается, а это плохо. Легендарку очень сложно вытянуть хорошего хвоста. Очень много усилителей на нее уходит. Вот 16 300 сразу видно и потянул. Я не скажу, конечно, что это слишком много, но это и не мало. Да, 17 тысяч, да, ладно, все, не буду я тратить на него усилители. Пропущу его вперед. Это легендарка, в принципе, да, не хочу. Еще 3 жизни будет, останется. Попробую пока с другими соперниками. Осталась последняя коробка. Да, там 17 300, вижу, надо ему победа, ну ладно. Забирай. Не будет у меня столько усилителей. Да, еще 3 жизни. Надеюсь, 3 жизни все-таки на последнюю коробку как-то получится попасть. Главное, чтобы не тот же самый. Так, это какой-то пенин. И опять рифовая акула. Ну ты, блин. Они что, издеваются? Ну не идет она крупная, и все. 14, 14, ну 16 там, еле-еле что-то. И то это 16 тысяч, это ни о чем акула. Ну да, 16 100. Вот еще 11 звезд. Ну то есть вообще слабая. На 400, ну это какие-то смешные, ну, такие цели. Ну просто нереально. Ну вот 17 200, может 17 100, более-менее, может и повезет. Да, успел, не перекидал. Ну вуаля, друзья, в принципе, большой турнир, грубо говоря, с 2 жизней. В принципе, сразу же у меня и залетел. Нужно еще приманок нам продавать. Отличненько, еще одна приманочка. Конечно, за большой турнир никчемная. Ну, прилетают такие алмазные награды. 10 тысяч золота еще. Ага. Жетоны, большой пакет удочек. Так, и теперь акула-нянька. Что там уже по новой? Ой-ой-ой, тут уже 13 натаскали, я вижу. Понятно. Ну, поехали. Значит, акулу-няньку сразу и попробуем. Как раз тут нам надо лучший результат какой-то еще. Что там по жетонам? Надавали хоть сколько? Да. Можно попробовать еще. На, не хватит одного жетона. Все ясно. Что у нас тут по рейтингу? Место в рейтинге пока 2. Поехали, акулу-няньку. Поищем. Там еще серию из 3 поединков надо выиграть сейчас. Да, приманки надо было продать. Забыл.
10-200, но это мелочевка. Так, и здесь спинорез, спиногроз, спинорог. Так, Натали там что, кстати, неплохую тоже акулу взяла, 10-100. Вполне даже неплохую. Жалко, удочка на няньку не родная. И бонус от лицензии, так я как-то искал, так вообще не удалось мне выкрутить бонус от лицензии на няньку, поэтому дела обстоят не очень. Так, что у нас там покрупнее, ничего не найдется. 11 тысяч. Да, с сонарами совсем проблема у меня. Плохо. Ну ладно, как есть, так есть. Так, 6 300 10 100, ну вроде первая пошла. Хорошо, хоть 3 победы надо, но единственное, что за обеих рыб, вот это да, это проблема. Ага, и карибская акула попалась, легендарная. Блин, постоянно попадаются легендарки эти, с ними выиграть вообще сложно, а если из обеих рыб нужна победа, то это вообще сложно. Ну да, на пятнашку потянул, вижу. Так, 10-100, ну это вообще мелкая-мелкая нянька. Так, на 16 попробовать, да, перекинуть. За обеих рыб надо по-любому забирать. Так, 9 800. Ну, путево ничего не попадается, как видно. Нету бонуса от лицензии, да, жалко. Можно было бы, в принципе, поискать тринашечку акулу. Ни на эпика, ни на мифа, в принципе, жалко, нету. Ничего не попало. Есть у меня там на эпика лицензия, но на другого эпика совсем. Так, есть вторая победа. Ну, поехали третью. Так, 10 997. Угу. Здесь у меня непрокачанная бычка попалась в третьем раунде. Это печальная история. Четыре 600. Ну, хотя, в принципе, 11 проклюнула. Десять 500. Ну, неплохая двенашка. Но там надо 11 000, 11 100, по-моему, задание в игре выловить надо. Ну, я ее обязательно выловлю, конечно. Нужно будет подобрать просто нужный момент, выбрать. Так, чтобы под вызов как раз. Ну, здесь я смотрю, под вызов этот уже можно, наверное, пропускать. Там, ну, даже если найду на 10 100, на 10 200, будет все равно вместо вызова 5-6. Ну, то есть нету смысла тратить усилители. Буду ждать следующий вызов, в котором можно будет уже попасть хотя бы там первое, второе место. Так, что тут? Все, не будет, ничего не перекинет? Нет. Ну, отличненько. Все, в принципе, здесь и серию побед я тоже, друзья, закрыл. Здесь тоже все закрыл, кроме вот 11 150. Ну, это такое. Я обязательно ее найду. Просто сейчас под вызов. А ну, тут еще 10. Ну, и поединки по мелочи остались, в общем. 42, 55, да, тут только вызовы, в общем, будут уже решать. Ну, в принципе, неплохие результаты, друзья. Со старту я прошел большой турнир.
практически с одной жизни. Позакрывал все, в принципе, одним махом. Ну, осталось уже тут по мелочам. Буду уже сам потихонечку бороться, добивать. Все, друзья, спасибо всем за подписочку на канал, за лайки, за комментарии, которые вы все пишете. С удовольствием с вами, со всеми общаюсь. Ну, а вам всем хотелось бы пожелать ни хвоста, ни чешуи в этом ивенте. И всех вам, друзья, благ. До новых встреч. Пока-пока.